Приветствую вас, уважаемые слушатели. Мы продолжаем цикл «Прием педиатра» и «Онконастороженность». И поговорим сегодня на нашей 7-й лекции о тактике педиатра в случаях образования кожи у детей. Меня зовут Александра Сергеевна Наумова, я врач, детский онколог, гематолог, кандидат медицинских наук. И хотела бы поговорить с вами о той проблеме, которая существует сейчас в отношении образования кожи у детей. Предметно о врожденных гигантских меланоцитарных невусах мы поговорим в следующей лекции. Однако сейчас для обозначения проблематики нашей сегодняшней темы я хотела бы подчеркнуть, что коллеги, к сожалению, сейчас сохраняются мифы о том, что пигментное образование у детей нельзя оперировать. И на сегодняшней лекции, и на следующей лекции, посвященной врожденным гигантским меланоцитарным невусам, мы развеем эти мифы. Коллеги, взгляните, пожалуйста, на слайд. Это фотография девушки 16 лет с врожденным гигантским меланоцитарным невусом. Подростку, к сожалению, пришлось фактически все детство и все юношество жить с таким выраженным косметическим дефектом, поскольку наблюдавшие ее доктора по месту жительства были уверены, что невус нельзя оперировать. И я хочу вам сказать, что регулярно сталкиваясь с подростками с такими проблемами, с гигантскими невусами, которые расположены на видимых местах, я замечаю, что у таких подростков еще и очень большие психологические трудности, потому что они проходят через буллинг в школе, у них возникают депрессивные состояния, и девушки очень часто имеют лишний вес, избыточный вес, либо анорексию, как следствие психической нестабильности и травм. Поэтому, коллеги, давайте сегодня вспомним о том, что такое кожа. Я вам расскажу о том, что такое невусы и как действовать в отношении пигментных и беспигментных образований на коже у ребенка. И самое главное, я хочу подчеркнуть, что пигментное образование можно оперировать в любом возрасте, преимущественно начиная с года, но ограничений по хирургическому лечению до 14 лет или до 18 лет не существует. То есть в любом периоде детства и подросткового возраста можно оперировать гигантские врожденные невусы, либо просто приобретенное меланоцитарное образование. Итак, кратко вспомним, что такое кожа. Кожа – это самый большой орган человека. Кожа образует покров тела человека и состоит кожа из двух основных слоев – эпидермиса и дерма. Еще есть базальная мембрана, которая обеспечивает функции опоры и транспорта физиологических веществ и клеток из эпидермиса в дерму и обратно. Почему же мы вспоминаем о том, что такое кожа и из чего она состоит? Потому что мы должны вспомнить о том, где находятся меланоциты. Меланоциты входят в состав эпидермиса. Помимо меланоцитов, в состав эпидермиса входят кератиноциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля. Что такое меланоциты? Это пигментно-образующие клетки, которые развиваются из нервного гребня с 3 по 6 месяц эмбриогенеза и являются вторым по численности типа клеток эпидермиса и располагаются на базальной мембране. Да, то есть мы запоминаем, что клетки, которые содержат пигмент меланоциты, находятся в эпидермисе. Какие есть особенности кожи у детей? Естественно, в отличие от взрослых, существуют свои нюансы. Например, более тонкий эпидермис, более высокая подверженность эпидермиса механическим и химическим повреждениям, непрочное соединение эпидермиса и базальной мембраны. Это обуславливает склонность детей к визикулярным высыпаниям, да, то есть к высыпаниям по типу пузырьков. Рыхлая гиподерма, высокая гидрофильность кожи. Кожа у ребенка содержит до 17% воды всего организма. Кожа у ребенка более богато васкуляризована, в ней повышена сосудистая проницаемость. Синтез меланина не сформирован, поэтому вы, наверное, замечали, что у маленьких детей, и мы сегодня об этом будем говорить, приобретенных невусов намного меньше, чем у детей предподросткового и подросткового возраста, потому что с течением времени синтез меланина созревает и происходит уже по взрослому типу. У кожи снижены бактерицидные свойства,
и снижена функция гидролипидной мантии. Поэтому дети и теряют быстрее воду через кожу. Итак, если на прием к вам пришел ребенок с жалобами на образование кожи, какие этапы обследования нужно пройти? Во-первых, собрать анамнез. Во-вторых, осмотреть ребенка. Оценить, травмирован или нет невус. Оценить, есть или нет эволюция. И, наконец, отправить ребенка на дерматоскопию. Если подробнее остановиться на анамнезе. Почему нам важен анамнез заболевания? Потому что кроме анамнеза заболевания, да, то есть истории, касающейся самого образования кожи, выяснено, что один родственник с меланомой увеличивает риск развития меланомы у ребенка почти в 2 раза. А если таких родственников двое, то риск увеличивается уже в 9 раз. Таким образом, уже собирая анамнез у ребенка с пигментным образованием, вы можете понять, его должен наблюдать дерматолог или детский онколог. Поскольку если у ребенка один или два родственника, у которых зафиксирована меланома, тогда, безусловно, этот ребенок должен наблюдаться детским онкологом. Вернемся к осмотру. На осмотре вы оцениваете состояние кожных покровов и мягких тканей вокруг образования кожи. При оценке травматизации вы смотрите, есть или нет признаки травматизации, то есть венчики, перемии вокруг образования, либо экскориации, засохшие царапины. Да? А вот это все тоже нужно оценить. Спросить обязательно про эволюцию, да? То есть менялся или нет невус. Может быть, раньше он был более темным, а сейчас стал более светлым, или наоборот. И далее вы направляете ребенка на дерматоскопию. Дерматоскопия – это основной метод исследования образования кожи. Это неинвазивный метод, инструментальный, с использованием дерматоскопа. И он нужен нам за тем, чтобы осматривать кожу под увеличением, для того, чтобы оценить цвет и структуру эпидермис, дермоэпидермальное соединение и даже сосочковый слой дермы. Сам дерматоскоп – это такое устройство, которое позволяет устранить или свести в минимум поверхностное отражение света роговым слоем эпидермиса, качественно осветить поле исследования и рассмотреть глубоко расположенные кожные структуры с увеличением. При оценке картины, которую мы видим в дерматоскоп, мы используем различные критерии. Вам, безусловно, знать об этом не обязательно, но вы должны понимать, в каких ситуациях необходимо направить ребенку к детскому дерматологу или к детскому онкологу. Причем, коллеги, здесь хотелось бы обратить ваше внимание на следующий факт. Те дерматологи, которые работают и со взрослыми, и с детьми, по-другому оценивают дерматоскопию детей. Почему? Потому что есть так называемые признаки роста невусов, которые мы можем видеть как у взрослых, так и у детей. Но если у взрослых признаки роста невусов свидетельствуют, например, о диспластическом невусе или о меланоме инситу, да, то есть это самая такая поверхностная меланома, то у детей признаки роста невуса – это нормальное развитие пигментного образования. Потому что, да, мы помним, что кожа – самый большой орган человека, растет кожа вместе с ребенком и растет невус. И для ребенка это естественный процесс. Поэтому, безусловно, коллеги, если вы решаете направить ребенка для дерматоскопии к дерматологу, вам необходимо убедиться, что вы отправите ребенка к детскому дерматологу, который работает только с детьми и, скажем так, не имеет такого большого опыта работы со взрослой меланомой, как взрослый или смешанный дерматолог. Это очень важный нюанс. Поскольку если меланома у взрослых входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний, то меланома у детей – это редчайший случай, единичный за несколько лет на территории Российской Федерации. И вот об этом необходимо помнить. Преимуществом дерматоскопии у детей относится следующее. Во-первых, она позволяет обследовать новообразование любых размеров.
Во-вторых, не требует хирургического вмешательства или анестезии, абсолютно неинвазивный способ, который можно применить по отношению к любому пациенту от новорожденного до 18-летнего. Он безболезненный, проводится в рамках приема пациентов, не требует никакой предварительной подготовки, не имеет противопоказаний и осложнений, естественно, не требует восстановительного периода, а самое главное, в ходе дерматоскопии мы получаем результат для определения тактики ведения пациентов уже прямо на приеме. Итак, меланоцитарное образование кожи у детей. Во-первых, в детском и подростковом возрасте происходит динамическое развитие меланоцитарных и сосудистых образований кожи. И мы видим их морфологическое разнообразие. То есть это могут быть и пигментные образования, и беспигментные образования, и сосудистые образования. И, безусловно, выбирая между клиническим осмотром, то есть осмотром невооруженным глазом, или дерматоскопией, предпочтительнее выбрать дерматоскопию. Потому что только с помощью дерматоскопии мы можем оценить, образование действительно ли является пигментным. То есть, есть ли там скопление глобу или пигментная сетка. Либо наоборот, это не пигментное образование, но не содержит в себе пигмента и является иным образованием кожи. Например, дерматофибромой, пиломатриксомой. Что же такое меланоцитарный невус? Это то, с чем мы сталкиваемся очень часто. И мы, детские онкологи, те, кто ведет прием, к нам приходят эти пациенты. И, безусловно, сначала они обращаются к врачам-педиатрам и детским хирургам. Итак, невус – это доброкачественное новообразование кожи, которое возникает вследствие нарушения миграции в эмбриональном периоде меланобластов из нейроэктодермальной трубки в базальный слой эпидермиса. Взгляните, пожалуйста, как кодируются меланоцитарные невусы по МКБ-10. Мы используем обычно код D22. Есть еще код I, неопухолевый невус, врожденный неопухолевый невус, но обычно мы его не используем. Да? То есть мы, как правило, используем для пигментных образований кожи код D22. К возрастным особенностям доброкачественных меланоцитарных образований кожи относятся следующие. В периоде новорожденности, то есть до 28 дня жизни, мы видим на коже у ребенка врожденные меланоцитарные невусы. Это те образования пигментные, которые обнаруживаются сразу после рождения. У детей с первого месяца жизни до 3 лет мы называем поздними врожденными невусами те пигментные образования, которые возникают на коже. То есть, если у ребенка возник невус до 3 лет, то это поздний врожденный невус. Начиная с более старшего возраста, да, то есть с дошкольного возраста, с 3 до 12 лет, приобретенные невусы у детей до подросткового возраста больше характеризуются глобулярным строением. А у детей с 13 до 18 лет уже мы можем видеть полное разнообразие, то есть и голубые невусы, и розовые невусы, и черные невусы, которые без дерматоскопа выглядят черными, а дерматоскоп обычно это голубой невус. На данном слайде я хотела бы познакомить вас с гистологической классификацией меланоцитарных невусов. Да, и мы возвращаемся к нашим знаниям о коже. Есть меланоцитарные невусы эпидермального меланоцитарного происхождения, то есть это невусы, которые располагаются в эпидермисе. Однако есть более глубже залегающие невусы. Это меланоцитарные невусы дермального происхождения. А есть невусы и дермального, и эпидермального происхождения. Есть невусы, предшественники меланомы. На курсе по образованиям кожи мы будем рассматривать с клиническими примерами каждый тип из этих перечисленных невусов, поскольку их классификация еще более обширна, и все вот эти типы разделяются на отдельные подтипы. Но, безусловно, сейчас, учитывая нашу обширную тему, мы останавливаться на этом не будем. И перейдем к сосудистым образованиям у детей. К ним относятся врожденная гемангиома, младенческая гемангиома, артериовенозная мальформация, венозная мальформация, капиллярная мальформация, артериовенозная мальформация, богатая мелкими сосудами, и лимфатическая мальформация. Как правило, фактически все эти
образования все эти состояния являются врожденными пороками развития. Врожденная гемангиома, соответственно, это та гемангиома, которая появилась непосредственно сразу после рождения, мы ее видим. Младенческая гемангиома – это та, которая появляется уже после рождения. И все мальформации – это, как правило, врожденные пороки развития. Они могут реализовываться в любом возрасте, но, тем не менее, гистологическая кодировка по результатам гистологических исследований у них обычно стоит У, то есть врожденный порок развития. Врожденные гемангиомы разделяются на быстро инволютирующую, частично инволютирующую и неинволютирующую врожденные гемангиомы. Подходы к терапии врожденных гемангиом в зависимости от того, какими они являются, РИЧ, ПИЧ или НИЧ, они различаются. И на курсе будем говорить о подходах к терапии более подробно. Сейчас продолжим обзорный экскурс в сосудистое образование. Младенческая гемангиома – это совершенно доброкачественная сосудистая опухоль, которая развивается из эпителиальной ткани. По распространенности бывают и единичные, множественные и сегментарные гемангиомы, в зависимости от того, один или несколько элементов и на каких частях тела они располагаются, каково их анатомическое расположение. Подходы к младенческой гемангиоме тоже могут быть разными. Стадии развития младенческой гемангиомы. Вы наверняка с ними со всеми сталкивались. Сначала идет стадия быстрых проявлений, затем стадия быстрого роста или пролиферации, затем стадия медленного роста, но это тоже пролиферативная стадия, стадия стабилизации, стадия инволюции или регрессии и стадия остаточных или резидуальных явлений. Да, коллеги, вспомните, у вас наверняка у каждого были пациенты с гемангиомами, и у кого-то они регрессировали самостоятельно. Кого-то приходилось отправлять, например, к сосудистому хирургу. А кого-то из пациентов вы наблюдали год до регрессии гемангиомы, а у кого-то гемангиома регрессировала в течение 3 или 4 лет полностью. И все это варианты нормы у детей. А самое главное – это при проведении дерматоскопии убедиться, что перед вами именно гемангиома. У нас есть определенные признаки, те, которые мы видим в дерматоскоп, такие как лакуны, заполненные ярко-красным содержимым. А далее, по мере инволюции гемангиомы, мы видим все больше смещения соединительной тканью. И можем не только на основании осмотра ребенка невооруженным глазом, но и на основании дерматоскопии понять, в какой стадии находится младенческая гемангиома. Какова же тактика ведения детей и подростков с образованиями кожи? Во-первых, конечно, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что всем детям с образованиями кожи показана дерматоскопия. Дерматоскопию действительно может провести детский дерматолог. И об особенностях и отличиях дерматологов только с детским приемом, либо со смешанным приемом мы с вами уже поговорили. Напомню, что есть определенные критерии дерматоскопии, которые отличаются у взрослых и у детей. И поэтому для того, чтобы правильно выстроить тактику действия в отношении ребенка, необходимо понимать, что дерматоскопию должен проводить дерматолог, работающий преимущественно с детьми, а лучше работающий только с детьми. С детскими онкологами ситуация обстоит следующим образом. Все детские онкологи не обязаны проводить дерматоскопию. В нашем профессиональном стандарте пока этого не предусмотрено. Специальности онкодерматологии не существуют. Есть специальности дерматологии и венерологии, есть специальность детской онкологии, есть специальность онкологии. Поэтому есть детские онкологи, которые занимаются стандартной детской онкологией и имеют дополнительное обучение по дерматоскопии. Например, я проходила такое обучение, поэтому у меня есть дерматоскоп, и всех пациентов с образованиями кожи я смотрю в дерматоскоп. Мне для этого не нужен детский дерматолог. Соответственно, я знаю как признаки доброкачественных, так и недоброкачественных образований у детей. И за мою практику мне дважды встречались дети-подростки, уже 17-летние, у которых была диагностирована меланома. То есть
хоть и очень редко, но тем не менее у подростков мы можем выявить злокачественную опухоль кожи. Поэтому здесь стоит подходить очень внимательно к подросткам, у которых есть невусы нетипичного окрашивания. Да? То есть то, что вы можете увидеть на своем приеме, это розовые невусы, то есть не сосудистое образование, а именно розовые невусы. Ярко-черные, ярко-серые, голубые. То есть вот такие пигментные образования, безусловно, необходимо направить на консультацию именно к детскому онкологу. Если вы считаете, что, скажем так, при осмотре невооруженным глазом невус не представляет собой опасности, да, вы можете отправить ребенка к детскому дерматологу и к детскому хирургу для того, чтобы удалить пигментное образование. Коллеги, хочется подчеркнуть, что в настоящее время золотым стандартом удаления пигментных образований считается хирургическое иссечение с гистологическим исследованием. И эта норма закреплена в клинических рекомендациях Минздрава, которые посвящены меланоформным невусам. Далее, если у ребенка есть сосудистое образование, и вы уверены, что это сосудистое образование, вы также можете направить ребенка на дерматоскопию и направить его к сосудистому хирургу, либо к лазерному хирургу, потому что вот в отношении сосудистых образований может быть допустимой именно методы лазерной хирургии. Но подчеркну, что в отношении пигментных образований удаление лазером недопустимо. Про клинические примеры артериовенозных мальформаций, венозных мальформаций, капиллярных и лимфатических мальформаций мы с вами поговорим на нашем курсе. Следите за анонсами. И, что очень важно, мы также обязательно будем обсуждать возможности терапии и правильную маршрутизацию таких пациентов. Потому что, допустим, венозные мальформации, которые располагаются в мягких тканях и, например, в мягких тканях с распространением в сустав, причиняют детям выраженный дискомфорт и снижают качество жизни. Поэтому в таких ситуациях маршрутизация пациентов должна быть четко отработана.